Новочебоксарск отметил 56-ю годовщину со дня основания. Праздник оказался насыщенным на события. В день города заложили камень в дальнейшее благоустройство набережной и открыли новые объекты. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Своих героев горожане теперь будут знать в лицо. Ко дню рождения Новочебоксарска приурочили открытие доски почета. На ней фотографии лучших медиков муниципалитета. Врачи, фельдшеры, санитарки – всего 28 человек. За плечами каждого из них богатый опыт работы и десятки спасенных жизней. В Новочебоксарске детская больница работает с 1986 года. Нынче у меня был своеобразный юбилей. 31-й. Работу не бросаю, здоровье и все свои навыки хочу применить к людям, дать людям знания. За последние годы на модернизацию медицины городу-спутнику было выделено сотни миллионов рублей. На днях после капитального ремонта была открыта женская консультация и поликлиника. Палаты операционные теперь оснащены современным оборудованием. О таких переменах и не мечтали, говорят медики. Условия их работы изменились кардинально. Очень хорошо обслуживание, и медсестры хорошие, и врачи хорошие. И это совсем, как говорится, и регистратура совсем изменилась, стенды поменялись, хорошие стали. Вложенные в развитие медицины средства себя оправдали, отмечает руководитель Минздрава Республики. В городе Спутники начал снижаться уровень смертности, улучшается демография. В этом году уже на 200 детей, по сравнению только с прошлым годом, в Новочебоксарске родилось больше. И я думаю, что вот те женщины, которые ходили сюда 2, 3, 5, 10 лет тому назад, они сегодня с завистью увидят эти стены и точно придут сюда за вторыми, за третьими детьми. Врачи, полицейские, педагоги, строители, пожарные в день города дали мастер-класс детям. В Новочебоксарске прошел традиционный фестиваль «Профессия моей мечты». На фестивале профессии никаких запретов. Посидеть за рулем полицейской машины, примерить костюм пожарного и даже прокатиться на гоночном карте. Это самый первый шаг в большой автоспорт. То есть после этого идет спортивное маневрирование, а затем можно заниматься ралли, кроссом, в общем, это на больших подготовленных каркасных машинах. На фестивале презентовали свои газеты и юные журналисты. Будущим акулам пера удалось взять интервью и у главы республики. Что самое приятное в вашей профессии? Приятное? Да. Приятное, когда я с людьми встречаюсь, с молодежью, с ветеранами, когда они высказывают слова благодарности за честное служение своему отечеству и своей любимой Чувашии. Еще один фестиваль собрал в Новочебоксарске ансамбли из районов республики и других регионов. В единстве культуры народов силы страны отметил глава Чувашии. Все те люди, которые любят свою землю, свою культуру, свой язык, свою письменность, свои традиции, свои обычаи, сегодня передают вот это богатство, это бесценное богатство молодому поколению. На это смотрят дети, одевают красивые костюмы. Я сейчас вот с детьми пообщался, они говорят, мы любим, говорит, свою культуру. Многонациональный хоровод, песни и танцы, блюда разных народов. Украшение праздника, дефиле старинных костюмов. Морецкий уезд, косоглина сарафан с рубахой крестьянского кроя, кокошник. Второй костюм Улатовского уезда, косоглина сарафан, одеты поверх рубаха с фартуком. Ну а креативная молодежь собралась на творческом бульваре. Здесь мастерили глиняные горшки и фигурки из бересты, рисовали шаржи и пели песни о любимом городе. Среди спортсменов разыграли награды по кроссфиту. Штангу весом 100 килограммов удалось осилить жителю Новочебоксарска, известному боксеру Алексею Соловьеву. Он поднял снаряд более 10 раз, показав лучший результат турнира. С победой его поздравил и глава региона. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика.